Добрый день, Светлана. Хотел вам сообщить о результатах вашей работы на текущий месяц. Вы отлично сработали, продажи просто колоссальные, так держать. Спасибо вам, вашему коллективу, продолжайте в том же духе. Хорошего дня, на связи. Всем привет, меня зовут Берик Бурмаханов, я менеджер по продажам. Иван, спасибо за вопрос, с удовольствием отвечу на него. Занимая должность менеджера по продажам, я контролирую продажу магазина. Но не только контролирую, но и слежу за внешним видом магазина. Идеальный магазин является торговым местом, должен иметь широкий ассортимент товара, также новинок и сопутствующих сварок к ним. Немаловажную роль играет навигация и выкладка товара, чтобы человек, находясь в этом месте впервые, смог легко сориентироваться в поиске нужной ему техники. Не последнюю роль играет креативное оформление акций, благодаря которым покупатель будет расценивать магазин не только как место покупки техники, но как место с особой атмосферой, где ему будут всегда рады. Давайте съездим в один из наших магазинов и проверим, соответствует ли этот магазин моему описанию. Светлана, добрый день. Светлана, мы видим, что у нас тут акция оформлена правильно, как нужно, по регламенту, по нашей компании, по стандарту. Молодцы. Светлана, спасибо за работу, магазин оформлен хорошо. Есть мелкие замечания, которые вы уже сразу же исправите. Спасибо за работу и спасибо вашему коллективу. Всего доброго. Спасибо. Хорошо, день. Ребят, сегодня отлично поработали, сегодня отличные результаты, прям молодцы. За отличную работу полагается хороший отдых. Как смотрите, чтобы съездить в парк? Отличная идея!